Максимальная программа для суставов от Siberian Wellness. Покажу, что же в нее входит. В нее входят вот эти продукты. Их здесь довольно много, и расскажу подробнее о каждом из них. Первый и самый важный продукт из всего списка – это, конечно же, хондропротекторы – хондроитин и глюкозамин. В сибирском здоровье их два варианта, у меня в руках спортивный. Здесь довольно высокие дозировки активных компонентов хондроитина и глюкозамина в двух капсулах почти 2000 мг. Этот комплекс предотвращает истирание суставов, облегчает движение и снимает воспаление. Также он уменьшает отечность и устраняет болезненные ощущения. При возрастных изменениях в суставах важно добавить к этой программе дополнительно еще органическую серу – метилсульфанилметан. Этот минерал отвечает за синтез хрящевой и соединительной ткани. Благодаря высокой биодоступности очень быстро усваивается организмом и снимает воспаление уже в первые часы после приема. В период обострения принимаем по 3 капсулы метилсульфанилметана, а для профилактики 2. Этот продукт будет очень полезен для спортсменов, которые занимаются тяжелыми видами спорта, а также тем, у кого очень высокие нагрузки на суставы. Еще один очень полезный продукт для суставов – это фитосорбент суставной. Какие же он выполняет задачи? Первая задача – это очищение суставов от солей и метаболитов, а также очищение кишечника. Вторая задача – это питание суставов и связок. В составе есть гидролизованный говяжий коллаген, а входящий в состав экстракт коры белой ивы эффективно снимает воспаление. Еще один очень важный продукт для суставов – это, конечно же, омега-3. Жирные кислоты очень полезны при остеопорозе. Они борются с потерей костной массы и снимают воспаление. Также омега-3 уменьшают симптомы ревматоидного артрита и замедляют процесс разрушения хряща при артрозе. В этой банке 120 капсул принимаем по 2 капсулы в день, а при высоких нагрузках по 4 капсулы в день. Как альтернатива, более бюджетный вариант – северная омега-3. В этой баночке 60 капсул и принимаем по 3 капсулы в день. Ну и остались наружные средства, они тоже важны, потому что часто есть необходимость в их применении. Очень рекомендую именно вот такую связку – бальзам корень и бальзам живокост форте. Живокост форте тоже на основе хондропротекторов хондроитина и глюкозамина. Также в составе экстракты окопника, мумиё и камфора. К слову, именно живокост форте отлично прогревает. Ну и бальзам корень, который мы используем в этой связке в качестве проводника. То есть первым наносим бальзам корень, поверх него бальзам живокост или живокост форте. И далее укутываем наш сустав теплой тканью и оставляем компресс минут на 30.